Ну что, друзья, на рыбалку? Все, опять дружной компании собрались. Володя, Юра, Димон, Паша. Ну и я, Павлович. Едем, в общем, в командоре мы сегодня. Так он все нафиг. Снимите моего друга, та жена не верит, что ездит на рыбалку. Без рыбы приезжает. Все светает, красивый рассвет, видите, да, солнце все не видно. Так, наконец-то мы дошли до точки, на которой будем рыбачить. Что-то нас извозчик увез далеко, метров, наверное, 900, возвращались, пока нашли точку. Ну, сейчас будем разбориваться в этом месте. И где-то вот тут по этой локации сегодня будем рыбачить. Целый день, если что, идем туда, к тому берегу, там, где гусера стоит, полын там. Ладно, раскидываемся, расставляем удочки. Здравствуй, Нептун. Здравствуй, Нептун. Спасибо, что пригласил нас на нашу рыбалку. Надеюсь, все будет отлично. Немножко угощу тебя гостинцами сегодня. Ни чешуи нам, ни хвоста. Рыбалка началась. Так, ладно, рыбалка началась. Сверлим. Так, насаживаю первую тюльку, довольно крупную делаю. Пока буду раскладывать постовушки, поставлю на стоячку. Вот так вот. Посмотрим. Буду рыбачить на мормышку, пока с утра. Рамовую медную. Пришла весна, рыбачи на медь, как говорится. Медный цвет, золотую нектарки не будет клевать. В марте, в апреле медный цвет. Рулит, отвечаю вам. Рыбачу 10 минут. Минут уже. Было два подъема. Ставил более крупную. Тюльку вон там валяется. Подошел, понюхал и ушел. И вот сейчас, видите, там жирная полоса на дне. Там стоит. Поставил более мелкую тюльку, но пока не реагирует. Но это берж. Не туда. Но довольно хороший берж, судя по полосе. И, видимо, он стоит тут у меня прямо под лункой. Не хочет. Ну, время 20 минут 7. Специально приехали пораньше, чтобы застать утренний клев. Но пока не хочет. Надо сверлиться, искать другие места. Сколько раз говорю, да ты не сперва, потом вытаскивай. Ребятки, горе у меня, только сейчас слил крупного судака, наверное, в подушку. Клюнул, тянул, блин. Решил эхолот убрать, и слабину дал, и все, сошел. На мормышку клюнул. Сейчас клевать не будет в этой лунке. Но поклевка была хорошая. Ну, елки-палки, прямо разочарование такое. Смотрите, какой рассвет красивый. Но сразу настроение пропало, блин. Такого судака слил. Такого судака слила. Хороший был. Прямо я его чувствую. Тяжелый. Ну, надо же было. Надо было дотянуть уже до лунки, потом тихонько напряг. Нет, я его там снизу решил поднять. Надо лунки дотягивать, потом уже убирать эхолот. Ребятки, все-таки я достал такого судочка. Видите, да? Юра! Взял, все-таки я его клюнул. Тоже внезапно взял. Ну, приятно. Такой едовой. Но этот полегче, тот был тяжелее. Здорово. Но есть тут судак. Будем ловить.
будем ловить. Ну вот такой вот сюжетка. А дальше другие люди придут. Скажут. Ну вот такой красавец. Юра тоже поймал. Вот, тащит. Не знаю, крупного, не крупного. А, небольшого бершика, да? Бершик? Маленький бершик. Ну ладно, плетка есть. Но до этого я слил крупного. Поднялся у меня вот этот. Начал опускаться, я начал опускать тюльку ему под нос, поиграл, остановил, и такая еле заметная была поклевка. Ну, я дернул и подчеркиваю, ну, заглотил хорошо. У самого дна берет, у самого дна, когда играешь прямо под носом. Ну, вот сейчас настроение уже поднялось. Уже поднялось. Ну что, выпьем, да? Нет. За первую судачка. Ну, одного слил. Хорошо, хорошего. Пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Хорошо. Все пропили. И на что какой-то пьем. По пути взяли в магазине. Немного нельзя, одну рюмочку. К вечеру до 6 часов пройдет. Ладно, дрыпу. Ну, приехали сегодня достаточно рано, да? Нормально? Достаточно вовремя выехали. Ага. Давайте по карте посмотрим, вот где поклевки было, одного слил, которого, и второго поймал, где, на какой глубине. Ну вот тут, смотрите, здесь 11,8, 11,9, там правее 11,5, туда 12, вот здесь нахвали. Сейчас посмотрим, как эта бровка идет, и будем вдоль нее ходить, рыбачить. Вот мы здесь стоим, да, все правильно, сейчас покажите, вот. Показывает, да, 12 метров, все правильно. И вот эта бровка, вот она вот так туда идет и туда. Туда все глубже и сюда вот одинаково. И здесь получается все 12 метров. Но вот здесь вот у меня получается 10 метров. Можно правее туда на 10 метров, видите, тоже будет клевать. Сейчас порыбачу здесь и буду двигаться туда, по этой бровке, вот сюда. И туда уйду вправо. Вот на эти точки, на 10-метровую. Вот тут вот как раз 12, вот этот пупок получается. И вот туда свал. Такой на 2 метра получается свал. Ладно, будем рыбачить пока здесь. Рыба есть, но пока не подходит. Увлечение мое странное и простое, как лед не тающий. И любимое, и желанное, непонятное окружающим. Ну а мне ничего нет радостней, как пройтись по туману снежному, мотыля нацепить и молча ждать, и смотреть на кивок с надеждою. Ах, рыбалка, ты моя зимняя, километры снега и метры льда, моя трудная и красивая, заболел тобою я навсегда. Ты радость моя и бедствие, отдых мой, что активней некуда. Ты причина моя и следствие, и услада ты, и моя беда. Эх, да это же наслаждение, наловить со льда вертких окуней и наслушаться снегопения, наглядеться вдаль, что не без белей, оторваться и обкуражиться, и устать, чтоб болели плечи,
и петь песенку, что привяжется, и домой возвратиться к вечеру. Перешел на старое место. Смотрите, рыбачу без эхолота. Может, он сглупил, допустил ошибку на подставке специальной, куда я эхолот подвешиваю. Я обкрутил проводом вокруг самой подставки. А потом решил повернуть там, где вот соединение есть у меня синее. Решил повернуть, а провод подстыл. Повернул и щелчок, и порвал внутри соединение провода. Еще и все, эхолот перестал работать. Он работает, но не сам эхолот и не сам датчик сломался, а внутри провод повредился. Его так шевелись туда-сюда, он так то включается, то выключается. Сейчас придется отдавать на ремонт. А сегодня опять придется зарабатывать этот день вслепую. Жалко. Стают белизною сугробы у кустов, над лункой ледяною склонился рыболов. Морозен воздух синий и стынет даль реки, покрыл мохнатый иней сухие тростники. По берегу крутая тропа уходит в бор, и лыжники слетают с высоких снежных гор. Морозец нынче знатный, кружит по земке пыль. У рыбака насадка, рубиновый мотыль. Не страшны рыболовам ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводят. Пока рыбка не клюет, перешел на новое место. На каждой лунке, в общем, спускаешь мормышку, и идет подъем, подходит несколько секунд, минут. Секунд, наверное, 7-8 держится возле мормышки, потом спускается на дно. Вот такие сегодня поклевочки. Ну, время еще, сейчас я скажу, по нашему времени здесь еще половина восьмого. Так что рыбачить еще вот так времени есть. Я думаю, что что-нибудь найдем. Бели пока не видно. Но сейчас хочу с вами поздороваться. Извините, что как приехал на рыбалку, не смог поздороваться. Потому что пока устройство, пока сверление, так и бывает. И время пролетает, и не забываешь. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Давайте знакомиться, кто еще не подписался на мой канал. Меня зовут Хасанов Олег Павлович. Среди друзей и среди рыболовов, кто меня знает как Палыча. Поэтому обращайтесь ко мне, Палыч. Буду рад с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы. Ну и, конечно, буду рассказывать и показывать все самое интересное, что со мной происходит на рыбалках. Выход судака начался, поймал еще вот ровно 3 часа вот такого ледового, поймал вот 45 размера у меня поток, 46 даже у меня размера, вот такой вот судачок взял, небольшой, но все же приятно, вот такой вот, но может еще будет клевать, в принципе, я говорю, должен клевать, должен. Должен клевать. Вот, да, нравится мне, когда судаки клюют. Ладно. Берем его. Вот такой красавец. Давай рыбачить дальше. Thank you.
Все, дошел, еле-еле. Ну как, Димон, рассказывай большого судака. Тоже взял, да? Ну ладно, похвастайся, молодец. Ой, как далеко вы ушли. Я эхолот свой долбанул. Оторвал провод, не оторвал, отсюда там повредил. Решил повернуть, а у меня заматано было. Слышу, треск такой. Ладно, ты это ремонтировал? Нет, я новый купил. Новый, датчик полностью? Ну, датчик открутил, как бы, держатель вот этот для датчика со штекером. 3 рубля денег, короче. Ну что, братва, за рыбалку, так сказать. Вот тут такая густерка поклевывает, да? Такая хорошенькая. Ну-ка еще досвети мне на камеру твоего судака. Это Димона? Судак был? Это мой. А, твой? Ну, засвети. Ну, все поймали. Ага. Пойдем. Ага. Хорошая? Да? Ребята взяли. Пойдет. Вот такой. Да нормально. Вот у меня точно такой же. Нормальный? Отлично. Да? Конечно. Едобный. Будем ловить. Так, Паша вон поймал берша. Ну, 800 грамм точно будет, да? Ну, крупненький, да? Хорошенький. Пузатенький. На игру взял? Да. Отлично. Икра вон у него из попы идет. Ага. Самочки. Да. Значит, еще будет там. На тропочку запоминай. Вот у нас рыбаки, соседи рядом ловят вот таких вот огромных судаков. Но трешка больше, наверное, да? Больше. Ну-ка. Ну да. Ага, керамки будут. Шикарный, шикарный судачок. Молодец. Работают, ага. Ну под вечер я подожду, может еще выйду. Со мной в 4 приеду. Отлично. То ли на Нельс ходить, я туда ходил, там смотрел. В прошлый раз тоже там ловил. Не получилось. Там местами так бельх ходила, куда-то ушла, пропала. Вот поймал только что вот такого, видели, да? Пиявочки вот на нем, значит, еще они так двигаются. Вот такой хорошо клюнул, молодец. Пока рыбачу так же вот, на тюлечку. Но это уже всего не третье, только говорил, что Бог любит троицу. Взял. Отлично. Вот он. Третья удочка. Ну все, рыбалка состоялась. Рыбачу дальше. В общем, друзья, поклевки без эхолота происходят неожиданно. И у самого дна где-то сантиметров 10. И вот вторая поклевка вот в этой лунке, все именно в этом месте. И на паузе. То есть трясешь, ждешь, и поклевочка такая происходит. Ну, здесь избурено, вот видно. Значит, здесь телефон не включал, по карте не посмотрел. Сейчас посмотрю, точку поставлю на всякий случай. Видимо, место хорошее, чтобы потом еще сюда уже напрямую идти с утра. Но здесь не такие крупные клюют. Пока, может быть. Так, перешел на новую лунку и вот такой клюнул. Несъедобный, отпускаем. Давай зови мамку. Да. Только бы какую-то лунку бы отпустить. Кому отпустить? Взял еще одно такого большого, здорового.
под вечер. Может, выход будет сейчас. Ох ты, пузырь вылез. Вот, не жилец. Вроде бы глубина небольшая, да? Пузырь вылез. Пузырь, говорю, вылез. Не жилец. Но неожиданно так. Только что поклевка была, но не смог взять. Прямо у дна клюнуло. Ох ты! Ну ты что ты будешь делать, а? Ага. Ну все, съел опять тюлечку. Очень так нежно брал. Надо было подождать, может быть. Но тюльки нету, наверное. Так, вечерние поклевки. Вот такой бесик клюет небольшой. Совсем маленький. Но тоже вон вылез. Ладно. Оберем бесика. Кошки его оберем. Вот такой улов сегодня. О, вот это, да, блядь, есть. Рыба, начинается, снимать. Короче, отправляем его обратно. Я уже собрался нафиг. Брикуй хороший. Нормально. Ничего, да? На закате взял вот такой вот красавец. Закончилось, собираемся домой. За нами год приехал уже транспорт. Ну что, поймал я сегодня удочка рыбы, таких судочков и одного маленького берша. Ну, в принципе, рыбалка сегодня состоялась, и рыбалка у меня была сегодня целый день практически без эхолота. Но и один судак очень крупный рыбалка. Ладно, собираемся домой, едем. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами на канале Самый Клевый был Павлович. Пока-пока. До новых встреч на новых рыбалках. Не страшен рыболовом ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводит.